Добрый день! Лето на даче, и сегодня 18 апреля, и сегодня я буду пикировать лобелию. Вот так она у меня выглядит. Так хорошо она у меня подросла. Такой большой кустик, пора давно уже пикировать. В окончательный объем вот в такие горшки по 3,5 литра. Вот так выглядит корневая, ну не слишком хорошая, но так как она посажена очень густо, то пора уже ее все равно пикировать. Я ее разделила вот на такие пучки. Вот. И сейчас такими пучками буду сажать. Делаю ломки. Лобелия хорошо растет и когда ей тесно. В прошлом году у меня в одном горшке где-то семян 100 было, и был огромный шарик, больше, чем в магазинах. Потом найду фото, добавлю. Вот так. И в каждую лунку сажаем по пучку. Ну, вот так это выглядит. В такое кашпо я посадила 6 пучков. Немножко проливаем. Желательно, конечно, пролить с цирконом, но у меня его нет под рукой. Потому что корни очень сильно повредились. Просто если вы сажаете сплошным ковром, то не повредить корни это практически невозможно. Ну, и также сделаю остальные кашпо. С одного пакета семян у меня получилось 3 таких кашпо, и даже еще осталась рассада, придется готовить еще одно кашпо. Это всего лишь один пакетик, и у меня сорт сапфир. В том году у меня был фонтан голубой и красный. На этом все, всем пока!